Банк Санкт-Петербург проанализировал траты россиян в первые дни Нового года по своим картам. Аналитиками были изучены операции в новогодние праздники по выпущенным банкам картам. Средний чек составил чуть меньше 1000 рублей, а именно 934 рубля. Этот показатель практически не отличается от результата за начало 2020 года. Список самых популярных сегментов также практически не изменился. Подробности у нас на сайте в разделе Новости.